Посмотрим. Схватка начинается. Очень низкая стойка у обоих спортсменов. Классическое джиу-джитсу мы сейчас увидели в исполнении Адама и Рафика. Тут пишут, что комментатор лучший. Не буду спорить. И передаю огромный привет. Опять излюбленный Делариво играет Рафик. Идет ожесточенная борьба за попытку свипа. Advantage зарабатывает Адам Богданов. Но как мы и предполагали, Рафик больше работает снизу. Адам пытается проходить гард давлением. Контроль рукава соперника демонстрирует Рафик Салманов. Левая нога идет спайдер. И правая тоже. Вот, повторюсь, очень хорошо Рафик выходит на треугольник. Выходят спортсмены за ковер. Спасибо, Нальбей. Два балла дает. Да, кто не знает, друзья, если спортсмен во время проведения на нем болевого или удушающего приема выкатывается за ковер, то он отдает два балла. Таким образом, счет схватки у нас сейчас 2-1. Еще 4 минуты до конца схватки. Все может поменяться в любой момент. Ярославу из коммунарки тоже большой привет. Спайдер гард демонстрирует Рафик Салманов. Адам пытается избавиться от захватов. Вот, но вяжет очень грамотную работу. Проделал Рафик, чтобы затормозить Адама. Вот, и лишить возможности ему. Лишить возможности проходить гард. Пока Рафик работает в очень удобном, выгодном для него темпе. И, мне кажется, именно это преимущество сейчас отражается в небольшом преимуществе именно и в балловом. Вот, вот сейчас у Адама была неплохая попытка прохода гарда. Прохода не слайдом, но правая рука у Адама пока находится не в том месте. Нужно раскрывать. Сейчас он пробует раскрыть, поднять верхнее колено соперника. Хорошо. Вновь Делариво играет Рафик. И время, пока играет на него, остается 2 минуты до конца схватки. Вот, контроль правого бедра, контроль правой руки. Пока уверенно навязывает свою работу Рафик. Адам сегодня много схваток провел. Видно, что ему уже немножко тяжело приходится. Вот, но он не оставляет попытки сейчас проходить гард соперника. Попытка рычага колена. Очень опасно.
Да, видно, перетерпел было в моменте. О, опасный момент у нас. Защитился Рафик Салманов от попытки рычага колена и затем попытки скрутки стопы. Вот, на характере. Возвращаются спортсмены в позицию 50-50. Вот, очень интересная позиция, по поводу которой возникает много споров в джиу-джитсу. Позиция, с которой можно очень грамотно сушить схватку. Пятьдесят пять секунд до конца схватки. Пытается работать на свип Рафик Салманов. Вот сейчас, мне кажется, буквально одно техническое действие может решить исход этого противостояния. Пытался перейти Рафик на ахилл. Двадцать пять секунд. Очень напряженная тактическая схватка. Какие-то вопросы возникли. Может быть, по начислению advantage. И сейчас судья на ковре подошел к своим товарищам разъяснить ситуацию и уже принять какое-то решение. Тем временем у нас схватка продолжается. И все близится к овертайму. Я думаю, вряд ли кому-то из спортсменов удастся сейчас совершить результативные действия. Вот, и мы увидим овертайм. Время закончилось на ковре. Счет 2-2. Будут ли у нас борцовские пенальти? Или нет? По всей видимости, нет. Да, наверное, по последнему адвантажу, по последнему результативному действию Адам одержал победу.